Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. В одном из своих видео про вторую перевалку перцев и помидор я сказала, что можно не поливать после второй перевалки в емкость больше 300 грамм в течение 10 дней. Это вызвало много нареканий. То, что растение засохнет, погибнет, завянет. Вот перчик. Я его, вот видите, тут написано. Вторая перевалка 8 апреля 2020 года. Сегодня уже 20 апреля, то есть прошло более 10 дней. Перец все это время у меня не был полит. Он был полит до перевалки и сразу после перевалки. Вот это вот такой сухой режим привело к тому, что немножко рост его затормозился, то есть растение не перерастало. Смотреть, как развивалась корневая система, я не буду. Не стану вот так экспериментировать и рисковать вот этим перчиком. Вот посмотрите, как он выглядит. Рост его тормознулся, в отличие от тех экземпляров, которые поливались. Но там второй перевалки у меня не было. Я сравниваю с теми, которые остались в емкостях 0,2. Вы видите, никаких признаков недостатка питательных элементов у него есть. Большой вот здесь вот рост межжилкового пространства относительно жилки. Вот немножко выгнулся. То есть никаких пятен. Зелень соответствует растению, выросшему в комнатных условиях. То есть не такая интенсивно зеленая. То есть фотосинтез идет не так, как на солнце. Вот такой перчик. Никакого подсыхания кончиков, никаких пятен, никакого поджелтения. И вот посмотрите, сухая земля. Если я его туда вот внутрь пролезу, я не могу сказать, что она совсем сухая. Она не высохшая до хруста. Но уже все на грани. Но все-таки прошло более чем 10 дней. Так что, может быть, не 10, но дней 6-8 можно вполне не поливать растения при перевалке вот такой большой стаканчик. Так вот, такой вот экспериментик, такой показатель.